К 80-летию освобождения Калинина компания МТС создает аудиоспектакль о судьбах и героизме людей войны. Фронтовые письма защитников города и мирных жителей, переживших фашистское нашествие, и те акты военной жизни заговорят голосами артистов, спортсменов, историков и других неравнодушных жителей. Наша съемочная группа присутствовала во время записи аудиоспектакля. Озвучивая эти долгожданные и бережно хранимые строчки, мы сквозь десятилетия приближаемых отправителей адресатов к нам сегодняшним. Имена людей, живших в уже далекие 40-е годы, обретают плоть и кровь. Каждое письмо – это чья-то судьба. Их собирали из самых разных источников. На почтовый адрес проекта тверичане присылали фото текстов, сохранившихся в семейных архивах писем. Задействовали фонды. В основу создания аудиоспектакля легла книга «Фронтовые письма» издательства «Афанасий Бизнес». В каждом военном послании прослеживается судьба участников Великой Отечественной войны. Их героизм, любовь и трагедия жизни. В создании аудиоспектакля принимала участие искусствовед и экскурсовод Вероника Эстер. Каждое письмо – это надежды, страхи, переживания большого количества людей. Нужно было выбрать самые-самые, такие, которые вот цепляются буквально с первых строчек. Десятки весточек с фронта, где слышны личные тревоги, желание подбодрить родных и надежды на победу. Теперь получат новую жизнь. Будем писать письма. А убьют? Ну что же делать? Мама, посылаю тебе фотокарточку Ленину на память. Возможно, больше не увидимся. Ваня, почему ты о себе ничего не пишешь? Как твое здоровье? При создании аудиоспектакля используются исторические хроники, документальные факты и отсылки, звуковые спецэффекты, чтобы максимально погрузить слушателя в атмосферу, в которой письма создавались. Проект «Строки Победы» – это крупный федеральный социальный проект компании МТС, целью которого является сохранение военно-исторического наследия нашей страны. К проекту удалось привлечь жителей многих регионов России, культурные организации, образовательные организации, а также лидеров общественного мнения. Современные технологии помогают авторам писем снова обрести голос и поведать потомкам о великом подвиге. Солдаты, мирных жителей, взрослых и детей, переживших все ужасы войны, но сохранивших в себе лучшие человеческие качества. Аудиоспектакль «Победа» «Победа между строк» войдет в экспозицию музея Калининского фронта и будет доступен для прослушивания всем желающим на платформах Easy Travel и Surprise Me.